объяснить простым языком, что такое ключи шифрования? Я не технический работник. Ну, это... Тут нужно обращаться к специалистам, чтобы я вам что-то не то не сказал, и надо мной не стали смеяться. Спасибо. Пожалуйста. Ключи шифрования – это прежде всего желание соблюсти закон, который действует на территории страны. Я не могу вам объяснить, потому что мы еще за него-то не голосовали, этот закон. И ко второму чтению, конечно, мы разберемся. Просто меня эта тема волнует. Ну как пин-код. Вот пин-код в банке. Без меня вы ничего не возьмете. Ключи. Как от квартиры. Ключи дайте, иначе будем ломать дверь. Тот необходимый инструмент, который позволит специальным службам получать доступ к любой переписке в случае служебной необходимости. Это определенная программа математическая, если говорить простым языком. Не все депутаты знают, что такое ключи шифрования, что такое алгоритмы. Необходимо садиться экспертом и очень внимательно смотреть, что такое ключи шифрования. Возможны они, возможна их передача или невозможна передача. Вот этот уровень дискуссии, он не на уровне сейчас законодателя. Законодатель установил норму, ее нужно выполнять.